Я думаю, що вийде краще. Наша гостья приехала из Львова. Встречайте, пожалуйста, Стефанию Николаевну Готь. Здравствуйте. Добрый вечер вам, шановный Николаевна, Интер. Дорогая наша, добро пожаловать. Я дуже щиро вам дякую за ваш той Интер, що я, ну, слів нема сказати, що ми ще кажемо, що суботи на вас дивимося. І дякую вашій команді такі, знаєте, сильні. І дякую низько кланяю вашим батькам, що ми всі дітей породили, що світ вас всі дивить, і вся Україна наша. Щиро вам дякую. Спасибо вам большое. Дуже ми вас любимо і поважаємо. Спасибо, ми вас теж. Подарки привезли какие-нибудь, что? Да ніс немає. А? Ніс немає, бо ми їхала, знаєте, впала на той, ну, як то ще називають, той ескаватор, чи як то, я, ну... Ескалатор. Ну, що є? Да, ескалатор, да. Ескаватор, все правильно. Стефан Николаевна, ідіть-ка ко мне, ідіть-ка ко мне. Я встала ще пер кілометри ногами, я вже ніс не хотіла. Їхала, потому, знаєте, ні, 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 ні. Я не скрылась, ты не надо. Ясно. Ну, все нормально? Да, нормально, скрылась, ты блокировала, и что? Я не все понимаю, но я в целом понимаю, что... Значит, перевожу. Ну, с ногой все в порядке. Палом так сильно упала. Да. Але ничего. Я все-таки понимаю, что Женя для женщин как магнит. Степана Николаевна, шаг назад. Ну, шаг назад, милая моя. Зад, да. Добре. Степаника, а вы львовянка, значит, там так. И родились там. Родилась и так. И выросли там. Выросла, и там так за грубой дочкой там же буду. Да не-не-не, живить подольше, не-не-не. А кем вы работаете? Да я просто рабоча, Мотика, лопата, там на заводе рубила. Мотигами? Так, 45 років прорубила так. Молодец. Так, але пенсія мала, що тут є? А то-то ви к нам і приїхали. Ну. Правильно. А що, буду бідувала? А вот вы мне сейчас объясните, пожалуйста. А я не могу понять. Послушай, Вова, вы, Жень, да. Вы всю Украину объездили с кварталом. Да. Но вы же были во Львове. Да. Как вы понимаете? Миллион люди? Раз мы были во Львове, но просто во Львове такой есть диалект, ну, не у всех, кстати. А, не у всех? Нет. Что некоторые слова украинские такие, ну, в общем, староукраинские, наверное. Нас больше с польской связано. Да, с польской связано, да. Поэтому некоторые слова не всегда понимаемы. Так. Стефан Николаевна, ходь до мене. Надо думати. Так, думать так, надо, так, думать. Так. Да, думать, но в центр надо назад стать. Сейчас назад. Да, да. Вот. Так. Ну хорошо, а что у вас там? Внуки? Пять внуки? Да. Они теж все львовяне. Прошу? Все львовяне, так. Все львовяне. Видите, вы тоже меня не всегда понимаете. Тихо, бабу дай. А баба не має що, хоч душу дай. Говорят, баба дай. Да, баба знаете, дай. Когда женщине говорят, баба дай, это во. Да, да. Я считаю, что это вообще счастье. А я кажу, я еду на Интер, я выиграю, я вам дам. И вас Бог судом до Львова прислал. Не надо. Я... Доходи. Первая попытка подкупа членов жюри. Да. Степан Николаевна, а что это вас называют друзья? Вы написали в анкете, называют Микола. Микола? А то мой тато Микола, знаете. Тато наш был строгий, такий нас тримав в руках, знаете, ну... Серьезным. Серьезный был, не то, что зараз поручу, все распущене. Мы же его так бояли, как вогню. И я така сама для своих детей строга, чтобы, знаете, все было в порядку. Понятно. Ви мене розумієте. Тому так. Микола, так. Да. Так. Тому я... Тому я коліжанка так мене кличе. Ну, я, не то, що я не только перестав розуміти Стефан Николаевну, я і вас перестав розуміти. Ні. Ну, минуту можна запускати? Я просто... Ви мені скажіть, коли, ладно? Зараз все, ми, Дім, ми поговорили, ми желаємо вам удачі. Дякую вам, давайте. Поїхали. Стефан Николаевна, я минуту для того, щоб... После этого я розуміти кожу. Можна? Прийшла пані до польського ксьонта сповідатися. Та й кликнула. Та й каже, ксьонт каже, які пані мають гріхи? Вона каже, я мам, каже, дітку наліво. Він каже, ксьонт каже, є ще шов'єнці, та які німці, каже, то наші хлопаки білі, каже. Ну і що, каже, вам далі? Ніс не далі, каже, ви і поїхали, каже, і все. О, і поїхали. Іде пані, веде дитину. Мама, цей чи зігнувся, там дає.
смеялся Владимир Зеленский. Вы выиграли 1000 гривен. Поздравляю вас. Я никогда не думал, что львовский, он как китайский. Я не могу. Да, сейчас ощущение, что я все-таки из Монголии, а не из Украины. Стефания Николаевна, вы 1000 гривен выиграли. Да. 1000. 1-0-0-0. ГРНЭ. Стефания Николаевна. Да, конечно. Вы хотели бы забрать эти деньги? Или хотели бы продолжить свой комедийный номер, понятный только вам? Не, выженить со студией мы вас выживать не собираемся. Стефания Николаевна, смотрите, я вам выбор предлагаю. Я надеюсь, вы меня сейчас понимаете. Вы можете забрать 1000 гривен и уйти, или продолжить выступать, чтобы заработать 5000 гривен. Ну, но если комики не засмеются, все проиграете. Добре, добре, сейчас буду. Ну что, продолжите? Продолжу. Ну давайте. Человек страшно пил. Пил страшно, так пил. Ну, каже, Боже, коли я з покутою. Умер, нарешті вже умер. Вона каже, як я, каже, його буду ховала? Я його так не любила, і що я буду, каже, ну вже якщо він прийшов відпивати. І вона каже, ой, і співає вона плаче. Ой, Гнати, Гнати, каже, а хто ж мене, каже, тепер буде? І таку, рабу Божу, я сам зможу. А коли ж то буде, каже, як кінчиші погребені, начнеші полібе, ну, полюбе. Ваш выигрыш 5000 гривен. Вы знаете, ведь все дело, мне кажется, в том, что Стефания Николаевна даже не думает шутить. Пришел человек пообщаться с вами, а вы ржете. Лоси, сидите, слушайте. А что... мы за удовольствием готовы платить. Я же не доповела его. Да понятно. Я не уверен. Я не уверен, что Стефания Николаевна вообще понимает, что происходит. Я хочу объяснить. Вы только что заработали 5000 гривен. Это много. Стефания Николаевна. Здравствуйте. Если... за то, что комики в нашей программе смеются, платят деньги. Если вы их снова рассмешите, вы заработаете 10000 гривен. Но если не рассмешите, потеряете 5000, которые сейчас заработали. Что вы выбираете? Может, заберу гроши, что это, я еще боюсь. Я так никогда никого впала. Хоть до мене, хоть до мене. Прошу. Прошу. Прошу, 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 прошу. Прошу, пані Шахназар. Прошу, пані... До мене, до мене. До вас? До мене. Стефан Николаевна, что вы выбираете, 5000 или 10000 гривен? Ой, пане, я ще мію говорити, але я беру гроші, хлопчики. Я беру. Вы выиграли 5000 гривен. Поздравляю. Рассмеши смешного, сделай, чтобы им смеяться. Рассмеши смешного, и по столу валяться. Рассмеши смешного, пусть наводят колготки. Рассмеши смешного. А мені сподобалася ферма. Все файно. Ну, все файно.